Всем ку. Всех приветствую, ребят, на прохождении Амнезии. Блин, не ожидал, что будет четвертая часть. Я, в принципе, не думал, что больше одной серии мы с вами запишем. Давайте посмотрим, есть ли у нас канистра. Да, есть у нас канистра. Идемте заправим нашу штуку, наш генератор. И пойдем попробуем отправиться поискать... Еще жетончики с этими, как его, с паролями. Не знаю, может получится, может не получится. Так, тут ничего нету? Вроде не. Вроде я здесь ничего не упустил, да? Здесь мы тебя тоже лутали. Так вот, я реально не ожидал, что будет больше одной серии. Потому что первую я записал вроде нормально. Вторая мне не зашла. А вот в третьей мы с вами нашли некоторые... жетоны, и я понял, что примерно куда и как. Так, теперь давайте смотреть. Мне нужен фонарик, мне нужна, во-первых, гранатка, вот это вот. Потом мне нужно что сделать? Мне нужно зарядить свой пехоль. Это чисто, чтобы у нас было оно. Не знаю, зачем я его заряжаю, так как против монстров оно вообще не... никак не хочет работать. Ну ладно, так, берем эту гранатку. Пересмотрел я вторую серию, и, по-моему, если я не ошибаюсь, нам нужно будет с вами пройти, по-моему, вот сюда. Так, узел связи? Нет, нет, не сюда. Где ж оно было? Где ж оно было? Не, не сюда, нам нужно, по-моему, налево. По-моему, налево и налево. Куда-то сюда. Так, ремонтный цех. Да, вот, по-моему, сюда нам и нужно. Единственное, что я надеюсь, что в этой игре монстр не так, как чужой. Что он не будет умнеть каждый раз. Как говорится, не будет умнеть каждый раз, когда мы будем с вами, к примеру, к нему попадать там. Так, нам, по-моему, нужно либо налево, либо прямо пройти, по-моему. По-моему, прямо. Все, да. Только единственное, что нужно сделать, это сейчас будет заюзать нам с вами бинтик, так как, по-моему, по следам нас бабайка может все-таки найти. Так, ага, но аптечек у нас больше нету. Хорошо, так, подвисание, вроде... вроде правильно мы идем с вами. Вроде куда-то... куда-то вот сюда. Так, но эту дверь открывать нету смысла, потому что здесь растяжка. Здесь растяжка. Если мы сейчас откроем, вот растяжка висит. Мы сейчас привлечем сюда бабайку. Так, что тут у нас? Тут у нас, по-моему, что-то было с вами, если не ошибаюсь. Так, тряпочка. Хорошо, тряпочку я возьму. Мы с вами сделаем потом этот, как его, аптечку себе. Канистру по-любому заберу. И это что у нас? Ага, это просто стульчик. И газ. Блин, ну газ нам тоже может пригодиться. Так, что это? Граната. Граната. Какая граната? Ага, вот такая вот. Не знаю, стоит ли делать коктейль Молотова. Стоит ли вообще делать коктейль Молотова. Давайте, наверное... знаете, как мы поступим? Сделаем вот так и возьмем вот эту вот... вот эту вот гранатку. Потом с вами... наденем противогаз. Так, тут растяжки нету. В чем прикол? Сейчас, если я сейчас сюда пойду, крыса побежит... и зацепит растяжку. А после того, как она зацепит растяжку, сюда прибежит монстр. Так что я даже и не знаю. Вот. Вот-вот-вот оно наш начало, да. Так что давайте... давайте подождем. С какой стороны побежит монстр? И побежит ли он вообще? Так, ага.
Так, давайте запрячемся. Мне главное, чтобы он сейчас куда-то ушел, и мы пройдем дальше. Так как у нас с вами есть противогаз, я могу спокойно задействовать, получается, гранаты. Тихо, тихо, тихо. Ага, он тут, да, прям аж. Он прям тут аж ходит. Тихо, тихо, тихонечко, уходи, пожалуйста. Пожалуйста, уходи. Блин. Он идет сюда, да? Он идет сюда, он идет сюда, он идет сюда. Убегай, Арчи, убегай, убегай, убегай. Арчи, убегай. Убегай, убегай, убегай. Пожалуйста, не сюда, Арчи, не сюда. Все. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихонечко. Так, мы дома. Мы дома, все хорошо. Мне главное, чтобы он сейчас... Чтобы он сейчас спрятался. Мне дальше нужно будет пройти. Нужно будет дальше пройти. Тихо, 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 тихо. Так, давайте, наверное, закроем дверку. Сохранимся на всякий пожарный случай. Вот так сделаем, сохранимся. Подождем, пока здесь он запрячется. И я кое-что сейчас проверю. Сейчас кое-что проверю, у вас звук пропадет, но не переживайте. Все хорошо. Так, все, отлично. Мы с вами сохранились. Теперь, в принципе, можем вернуться туда, откуда мы с вами пришли. Я надеюсь, что его уже тут нету. Просто нам реально нужно в ту сторону. Просто реально нам нужно в ту сторону. Но даже если он сейчас на нас нападет, то ничего страшного, мы с вами сохранились. Так что все хорошо. Так, вот этих крысок мы трогать с вами, блин, не будем. У меня аптечки нету. У меня нету аптечки. Вот это вот уже печалька. Вот это уже печалька. Потому что по следам, по-моему, он нас может выследить. Но надеюсь, сейчас тут будут тряпочки какие-то. Будут хоть какие-то тряпки, и мы сможем сделать себе этот, как его, бинт. Так, вот тут растяжка. Вот тут растяжка аккуратно. Так, а ну, свет. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, вон тряпочку вижу, вот крысок вижу. А вон там газ вижу. Тогда нам получается... Получается, во, отлично. Давайте тогда бутылку мы выкинем. Нам... Как бутылку выкинуть? Так, по-моему, на хрестик, да? Да, бутылку выкинем. И чтобы еще такого выкинуть... Блин, не знаю, факел. Ну, факел нам пока месяц. Я думаю, не пригодится, так что факел мы тоже с вами выкинем. Факел мы с вами сможем сделать. Это не есть проблемка. Так, зачем мне в руке граната? Из-за того, что, к примеру, нужно будет крыса догонять. Они, по-моему, от газа убегают. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть, что у нас тут ждет. Дайте мне, пожалуйста, одну тряпочку. Так, тут один порох. Тут один порох и один бочка. Во, тряпочка. Отлично. Погоди, у нас вроде две было или нет? Или я ту не взял? Стой. Стой, 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 стой. Или я ту тряпочку не взял? Так, где тут растяжка была? Я уже забыл. Ага, вот тут.
Так, дай сюда. Давайте объединим. И используем с вами бинт. Все, шикарно. Берем в руки теперь фонарики, берем в руки гранатку. Будем ли забирать бутылку и факел? Я думаю, нет. Без зажигалки, но в принципе оно не сильно и поможет. Но тут сверху лежит какой-то жетон. Тут сверху лежит какой-то жетон, и это... Это интересно. А ну... Жира. По-моему, нам жира и нужен, да? 77-82. По-моему, нам жира и нужен был. Мы сейчас сходим посмотрим. Так. Я обещал тебе христианское погребение. Ага, я сделал. Та-та-та, ты здесь, бла-бла-бла. Пожалуйста, если ты там наверху, посмотри... Присмотри за мной, хорошо. По-моему, нам жира и нужен был, если не ошибаюсь. Сейчас мы сходим, вернемся обратно. Сейчас мы сходим, вернемся обратно. Блин, а вот у нас как раз и дилемма. Есть аптечка, есть аптечка. Так, а где? И что у нас лишнее? Давайте, наверное, мы с вами оденем противогаз, да? Ага, мы не можем забрать, да? Понял, понял, понял. Тогда мы сюда все равно вернемся. Все равно вернемся. Сложим, получается, этот как его. Коктейль Молотова уберем на хранение. И как раз вернемся сюда. Так, ну по-моему, как раз именно это то, что мы искали. Так, тут нету. По-моему, нету. Единственное, что меня напрягает, каждый раз с этими крысами вот тут сталкиваться. Блин, можешь использовать одну гранатку? Как думаете? Ладно, давайте попробуем. Может, они убегут. А мы с вами как раз оденем противогаз сейчас. Во. И сейчас посмотрим, сработает оно, либо не сработает. Да, сработало. Сработало. Хорошо, отлично. Раз сработало, значит отлично, значит мы с вами дальше и пройдем. Все, я снимаю. Да, я знаю, что не видно ничего. Мне самому ничего не видно. Кажется, мне самому ничего не видно. Сейчас нужно будет... Сейчас нужно будет домой сходить. Ну, я думал, называю это место, где мы с вами прячемся, вот это вот. Так, давайте закроем. Во-первых, сохранимся. Все, отлично. Теперь берем сюда, слаживаем с вами коктейль Молотова. Забираем одну аптечку. Убираем гранат. Не, гранатку, наверное, ставим. Мало ли, может, что-то взорвать нужно будет. Так, что тут еще у нас лишнее? Ну, мы сейчас, по идее, с вами уберем одну канистру с инвентаря, заправив. Заправив, получается, генератор. И вернемся обратно. Только сначала проверим, что нам дали там, получается. Да, давайте два используем. Что нам дали? Какой пароль? От чего? Блин, я надеюсь, от ключа. Надеюсь, от ключа. Так, все, сохранились. Давай, открываем. Это мы сможем проверить с вами. Вот в этом месте. Не знаю, можно ли бегать, либо нельзя. Ну, в том плане, слышит ли нас монстр, либо не слышит. Так, жира. Жира, жира, жира. Так, нет, тут Стаффорд. А вот жира, да, зажигалка. Вот, теперь с помощью зажигалки мы сможем с вами коктейль Молотова подпаливать. 77-82, хорошо. Так, 77-82. Мне вот интересно, сработают ли эти пароли просто, если человек, к примеру, захочет поиграть в игру. Ну, то есть обязательно ли ему находить пароли, или в принципе оно и так сработает. Так, зажигалку мы с вами получили. Отлично, теперь мы сможем использовать факелы. Это будет отгонять, по-моему,
как мне написали этих крысок с помощью факела. Так что давайте вернемся назад. Опять же, сохранимся, потому что если я не сохранюсь, придется все заново проходить. Так, бум-бум. Возьмем с вами, во-первых, коктейль Молотова. Это во-первых. Так, а во-вторых, давайте посмотрим, сможем ли мы зажигалку убрать куда-то. Куда-то в другое место, либо не сможем. Нет, не сможем, да? Угу. Это печалька, это печалька. Сюда подвинуть тоже не. А надо ли нам коктейля Молотова полить крысок? Либо лучше не стоит. Ну, не знаю, ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем. Мы уже сохранились. Если на шум кто-то придет из бабайки, то ладно. Так, нам теперь вот сюда. Блин, вроде везде генераторы работают, а? Вообще ничего не видно. Так, ага, вот крыски вернулись. Так, давайте проверим, как работает коктейль Молотова. Давайте. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно в руки взять... Ага, нет, не в руки взять зажигалку. Что мне нужно взять? Так, и как его подпалить? Не понял. А, это бензиновая зажигалка, да? Я правильно понимаю? А, нет. Почему она не сработала? Ну, вы поняли, да, что я хотел сделать? Я хотел подпалить, но... Ну, ладно, ладно. Ладно, нет так. Нет так, нет. Я ж не против. Так, пролагала, хорошо. Берем в руку эту штуку. Так, интересно, ты... Где ты ходишь? Сверху или снизу? Так, давайте зайдем наверх. Заберем с вами... Заберем с вами... Что мы заберем? Что я тут забыл? Так, ага. Эту штуку и эту. Все, хорошо. Блин, а как же ж мне теперь с факелом? Как же мне теперь... Блин. Извиняюсь, рёбаным факелом это все сделать. Вот это вот... Дилемка, конечно. Ага, тут закрыто. Тут растяжки нету. Так, давай опустим. Все, шикарно. И здесь, по-моему, тоже снизу будут крыски. Ага, вот одна партия крысок. Так, что это у нас тут? Так, клянусь, она слышит меня всякий раз, когда я делаю хоть шаг. Я заполз в эту дыру, просто буду ждать. Я просто задержу дыхание и подожду. Может, она уйдет, если я буду достаточно тихим. О боже, помоги. Мне быть достаточно тихим. Блин, ну не хочется на этих крысок тратить газовую гранатку дымовую, вот эту вот. А вот этого типа, по-моему, нету, да, медальончика? Ага, а вот и растяжка. Вот и растяжка. Ой-ё, вот это я зря сделал, да? Так, одеть. Надеть. Все, откройся, пожалуйста. Ты не можешь открыться, да? Ой, походу нам конечная, да? Монстр бежит. Походу бежит монстр, походу нам конечная. Не знаю, ну давайте используем, конечно, бинт. Ну что-то мне кажется, что это все бессмысленно. Блин, хорошо, что мы противогаз с вами нашли. Так, ну вот эту вот дверку я открыть не могу. В чем прикол? Я открыть не могу. И я вообще ничего не вижу. Я предлагаю вообще не двигаться, наверное, пока месяц. Газ не закончится.
Но он тут, я его слышу. Он тут, и я его слышу. Да, я вообще ничего не вижу, так само, как и вы. Ну, вот такая игра, вот такая вот задумка разработчиков. Тут, как говорится, мои полномочия, все. Главное, чтобы сейчас он на нас не напал. Да, главное, чтобы он на нас сейчас не напал. Хорошо. Дверка закрыта, как вы видите. Наверх. Окей. Тихо. Don't disturb библиотеки. Так, у нас есть аптечка? Да, большая есть. А что тут? А что у вас тут находится? В ящичке я посмотрю. Я посмотрю, что там у вас в ящичке находится. Так, тихо. Жетончик. Тихо. Тихонечко. Хорошо, что взял с собой большую аптечку, да? Да, хорошо, что взял с собой большую аптечку. Ладно. Блин, нет, нельзя использовать арчи, нельзя. Реально нельзя, потому что еще пригодится. Так. Но я там вижу потрошки. Я вижу просто, походу, тряпочку, да? Ой, все, отстаньте. Ладно, давайте пройдем дальше. Крыса, давайте попробуем пройти дальше. Так, склад продуктов. Что у нас тут? Что у нас тут находится? Бонжур. Тихо. Так, а ну давай-ка пробовать. А ты куда пошел, слышь? Алло, отстань. Так, давайте пробовать. Берем в руки. Во, бонжур. Ага. Страшно, да? Страшно, я знаю. Самому сыкотно. Ах ты какашка. Ах ты падла. Идемте заберем тряпочку, да? Да, идемте заберем у этих крысок тряпочку. Идем. А ты не хочешь уйти, слышь? А ты не хочешь уйти? Алло, падла. Так, что у нас лишнего? У нас что-то с вами лишнее. У нас что-то с вами лишнее. Так, пустая бутылка. До побачення. Так, а ну, сидеть по норам, я сказал. Все, хорошо. Идемте. Идемте выше, поднимемся. Ну, хоть что-то радует уже. Блин, конечно, этот факел заканчивается, падла. Ну, ладно. Ну ладно, так тому, как говорится, и быть. Так, ладно. Кушайте дальше. Мы попробуем посмотреть, что тут есть, чего тут нету. Так, бочка, мастерская. Так, можно, пожалуйста, быть открытым. Тихо. Тихо. Все хорошо. Все хорошо. Так, да, и там, по-моему, сейчас нас будет ждать, получается, этот, как его, еще один пароль. Да, ребят, сори, что иногда вот такие звуки пропадают. Ну, то есть, звуки, я просто альтабаюсь. А когда альтабаешься, игра прекращает, типа, издавать какие-то звуки. Так, забрали. Вот еще палочка, по-моему, вот еще тряпочка, да. Так что давайте возьмем с вами, во-первых, факел.
Не догоним этих крысок. А ну пошли отсюда. Пошло отсюда, я тебе сказал. Давай. Дон десталя библиотека. Так. Здесь где-то должен быть вот. Жетон. Курси, да, какой-то? Ну. Но у нее нету здесь пароля. Ага, пароля здесь нету. Хорошо. Конечно, плохо. А ты шо, а? Падла, вылез, да? Так, зато у нас здесь еще один есть факел. Давайте пойдем посмотрим. Так, вот ты кто? Вот ты кто? Барден 0898. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте вглубь продвинемся. Посмотрим, что тут есть. Ой. Ой, закончился факел, закончился факел. Обережно, обережно, обережно. Так, блин, падлы, я вас ненавижу, крысы. Так, давай возьмем, давай не возьмем, потому что все занято. Так, ладно, давай пока мы выкинем бензин. Все, берем палочку. Блин, лучше, конечно, аптечку сделать, но ладно. Нужно посмотреть, что у нас там дальше находится. Оно. Оно сдрыснули отсюда. Быстро, я сказал. Быстро, я сказал, сдрыснули. Давай, 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 давай. Давай, 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 чухнули отсюда. Я сказал, чухнули отсюда. Ага, там растяжка вон. Там растяжка. Ладно, давайте пока мы с вами... Уберем. Уберем и возьмем в руку дымовую гранатку. Так, если вам нужно попасть в дот, обратитесь или к отцу Дари. А, ко мне или к отцу? Ага, у нас обоих ключи, бригадир. У нас обоих ключи. Окей, окей. Так, ничего не видно. Ничего не видно. Я там где-то растяжку видел. Там, по-моему, справа, да, растяжку я видел. Так, у кого-то ключи, хорошо. Ну, в принципе, мы с вами неплохо продвинулись. Я знаю, как открыть эту дверку. Я знаю, как открыть эту дверку с помощью гранатки. Но сюда, блин, монстр прибежит. А мы с вами так уже далеко это все прошли. Хорошо, давайте попробуем посмотреть, что у нас тут. Что у нас... Тут находится. Стоп, тихо, не шевелись. Крыца, не шевелись. Ага, мы, по-моему, здесь были или что? Почему здесь? Да, мы здесь были с вами. Потому что рычаг опущен. Или нет, или мне кажется. Так, часовня, ага. Ну, по-моему, были здесь. А нет, вроде не были. В часовне мы вроде не были с вами, ребят. Ё-моё. Что тут творится? Так, ага, эта штука не работает, да? Ля, это их бабайка, да? Повесил всех. Моя ж ты зайка, вот, хорошо. Так, пока, мисс, давай выкинем тебя. Возьмем... Аптечку заюзаем, потому что я вообще ничего не вижу, когда оно перед глазами таким красным идет. Так, забрать, 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 забрать. И взять в руки гранатку. Бонжур. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Оно сюда идет. Твою ж. Не знаю, можно ли встать, либо нельзя. Походу, он сюда приносит своих этих, как и жертв, да? И таки извиняюсь, но... Ну, можно чуточку... Тише.
Ё-моё, вот он меня нашел, получается, правильно я понимаю? Это он меня нашел или что? Блин, нужно уходить отсюда. Нужно реально отсюда уходить. Что у нас по поводу паролей? Угу, у нас один есть. Ну, по-моему, не тот, что нам нужен, да? По-моему, этот пароль нам не нужен. Ладно, ладно. Что тут в записке написано? Так, я сижу в постели моего дрожащего друга Арни. Доктор ушел, поэтому в палате остался только я. Хорошо. Я быстро прочитаю. Думаю, мало ли, может, будет какая-то полезная информация. Так, должно быть, кролик выпал из сумки. Кому будет интересно, я думаю, остановите на паузу и почитайте. А я хочу отсюда побыстрее выбраться. Буше. Вот, по-моему, этот, как его пароль, блин, я же заикаться начал, от ключа, получается, который поможет нам открыть вентиляцию, да? Это ж оно? Пожалуйста, пусть это будет оно. Так, теперь давайте отсюда выбираться. Не знаю, как вы, но я хочу отсюда побыстрее убраться. Не знаю, стоит ли здесь еще что-то обсматривать. Либо не стоит. Блин. Ну тут выстрелом только нужно это делать. Ладно, давайте так. Я сейчас вернусь быстренько назад. Сохранюсь. Посмотрю, что это за... За это, как его за пароль был. Подходит ли он нам, либо нет. Так, ага, я обратно возвращаюсь. Нам направо, по-моему. Нам, по-моему, направо. Да, вот сюда, где крыски. Так. Перепрыгнули, хорошо. Ага, вот крыски. Так, берем с вами, значит, факел. И уходим. Давай, 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 крыска, уходи, убегай. Убегай, убегай, зайчик, убегай. И ты тоже убегай. Все, умничка, молодец. У меня просто факел заканчивается уже. Кыш, кыш, кыш. Все, все, все. Давай, рататуй. Давай, рататуй. Пока-пока. Все, отлично. Берем в руки гранату и берем в руки фонарик. Блин, пусть это будет тот пароль, который нам нужен. Я не знаю, нужно ли здесь искать, получается, все подсказки и все вот эти вот загадки разгадывать. Но мне хочется побыстрее найти, получается, этот, как его, детонатор, взрывчатку, взорвать и уйти отсюда. Все, 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 до побачення. Дон достали библиотеки. Так. Ку-ку. Давай, 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 расходимся, парни, все. Расходимся. Говорится, нету на что тут смотреть. Так, а если я пробегусь? Если я пробегусь. Так, я предлагаю сначала... Но-но-но-но-но-но-но. Падла. Предлагаю сохраниться. Посмотреть, есть ли у нас с вами топливо. Да, есть топливо. Идемте заправимся топливом. Надеюсь, зажигалка у нас работает без топлива, да? Да, ее не нужно заправлять. Это, конечно, хорошо, то, что мы все с вами понаходили, это все прикольно. Но чем больше предметов, тем меньше я могу с собой их носить. А вот это уже проблемка. Ну, то есть вы поняли, да, что как бы у нас с вами очень мало места. Так, ну ладно, еще раз сохраниться. Сохраниться. Идемте. Нет, открой, пожалуйста.
Идемте посмотрим. Сейчас, секунду, еще раз альтабнусь. Крице мое. Мое извинение. Так, идемте посмотрим. Так, первый пароль у нас с вами идет Бардан и Буше. Бардан и Буше. Давайте смотреть. Так, Барден. Хорошо. Аптечка и патроны. А здесь, блин, это Стаффорд. Буше. Карманная сумка. Блин, ребят, это не то. Это не то. А мы не нашли. Нам нужно будет возвращаться туда, походу. Ладно, Барден, что у нас там? Барден, Барден, Барден. 0898. Так, 0,8. Девяносто восемь. Хорошо. Взяли потрошки, взяли аптечку. А здесь у нас. Блин, а я думал уже все. 13,88. А я думал уже все, уже типа. Просто других мест я не знаю, где оно еще прячется. Надо возвращаться именно в то и смотреть. Конкретно смотреть. 13. А, 88, по-моему, да? Да. Все, мы можем носить больше предметов или что? Теперь вы можете носить больше предметов в инвентаре. Да вроде. Вроде столько и было, или не? Вроде как было, так и осталось. Где, блин, найти мне Стаффорда? Блин, Стаффорд. Ну вот этот ключик. Взять этот ключик. Я не знаю, а что он не может взять пистолет, к примеру, и прострелить его, либо взломать, либо вытащить конкретно вот через эту щельку. Ты реально не можешь попробовать достать через эту щельку. Ну, бред. Так. Блин, еще бы запомнить бы его. Стаффорд, Стаффорд, Стаффорд. Стаффорд, Стаффорд, Стаффорд. Где ж ты, Стаффорд, лежишь у нас? Где ж ты, падла, находишься? Вот мне интересно. Так, давайте сохраняться. Давайте сохраняться. Сейчас я посмотрю, сколько у меня уже запись идет. 37 минут. Ладно, давайте попробуем потратить 3 минутки. В принципе, это уже конец будет видосика. Потратить 3 минутки и сходить. По-моему, сюда, да? Еще раз посмотреть те места, где мы с вами, возможно, не лутали. Но здесь мы все полностью залутали. Здесь полностью все, только здесь искать. Но по-другому реально никак. Слева я не знаю, что тут слева. А, слева тут винный погреб. Вот с помощью того ключика, который мы с вами ищем, мы сможем срезать эти болты и залезть сюда. И с помощью того же самого ключа, который болты режет, мы сможем найти кусачки, которые вот эти вот цепочку разрежут. Ну, то есть, короче, нам нужно в любом случае искать этого Стаффорда. Блин, падла. Ты что, издеваешься? Ты серьезно? То есть я к тебе по-нормальному, а ты вот так. Ладно, все равно конец серии, мы уже сохранились. Просто давайте сходим, посмотрим, где мы примерно не были. Но здесь смысла нету открывать. Здесь, по-моему, нету ничего. Либо есть, я не помню. Во-во-во-во-во, бежит, 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 падла. Бежит, падла уже, да? Так, крысы, берегитесь. Я не помню, что здесь у нас находилось. Но если мы сейчас вот эту штуку активируем, то здесь, получается, будет этот, как его, растяжка. Ну, растяжка будет. А растяжку я не знаю, как. Может, с помощью зажигалки? Не? Не так? Это не так работает. Не, походу это не так работает. Ладно, тут мы были, тут мы были. Угу.
Сюда мы тоже не пройдем, нам тут нужны болты срезать. Окей. Так, сверху мы были, да, сверху мы были. Здесь у нас закрыто. Здесь у нас закрыто, ага. Хорошо. Ладно, давайте используем аптечку. Используем аптечку. Это я чисто сейчас схожу, смотрю на следующую серию, чем мы с вами, по идее, будем заниматься. Так, но здесь мы были, здесь тупик. Сюда нам нужно, да, наверное, зайти будет. Так, склад продуктов мы были. Здесь дверка закрытая. Но эту дверку мы можем взорвать с помощью... А, нет, это мы тут... Да, мы тут уже были, по-моему. Да, мы тут были. Это мы там факел использовали с вами. Да, мы тут с вами использовали факел. Так, что у нас по факелу? Да, вроде осталось. Давай, 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 давай. До побачення. Да, давай, давай, текай. Выйди, звідси, разбойник. Давай, 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 давай. Во, очередь. Умничка. Так, блин, попробовать эту дверь взорвать. Хаешкой, как вы думаете? Как вы думаете, взорвать хаешкой? А тут мне ключик нужен. Блин, а может ключик находится в одном из тела этих? Там, где мы были, помните? Короче, давайте походу сходим туда. А в конце попробуем взорвать гранатой дверь. Так, здесь растяжка. Здесь растяжка, здесь аккуратно. Тут тоже растяжка. Так, у нас тут газ. Здесь непонятно. Так, бочка, бочка, бочка. Бочка. Так, потрошки, да? И тряпочка. Угу. Тряпочка. Теперь нам осталось найти с вами только этот, как его. Блин, палочку. Так, две тряпочки, хорошо. Аптечка. Но аптечка, я думаю, лучше будет, чем факел. Так, а вот здесь мы, по-моему, с вами не были или были? Бонжур. Так, используйте бутылку на... Так, на... Ага, наполнить бутылку. Окей. Прикольно, прикольно. Но только я так и не помню, как пользоваться этим коктейлем Молотова, если честно. Нужна ли нам бутылка с топливом? Я думаю, нет. Я думаю, что нет. Хотя, может, я ошибаюсь. Так, ладно, давайте еще раз сходим, посмотрим. Может, тут где-то ключ я пропустил. На радостях. Может, реально я ключ где-то на радостях пропустил. Хотя, думаю, навряд ли, да, я это сделал. Блин, у него алтарь тут какой-то. Жесть. Так, у вас ключика нету? Дамы и господа. Так, а у вас... Ага, вот ключик, ребят. Я же говорю. Что ж ты молчишь, а? Трудно было сказать, Арчи, ты ключ пропустил. Единственное, я только сейчас не понимаю, нужно ли мне использовать аптечку, либо не нужно, потому что мне что-то перед глазами все так... Не, не нужно. Хорошо.
Я же говорил, падла, ключ где-то запрятал. Иногда, конечно, полезно читать записки, но нет. Так, вот ключ находится здесь. Так, дай мне ключ. Использовать. Все, шикарно. Я так понимаю, ключик одноразовый, правильно? Я так понимаю, ключик одноразовый. Ладно, давайте закроем дверку. Так, по-смазки, зажгите эту лампу, чтобы сохранить процесс. Ага, мы даже сохранились. Мы даже сохранились. А здесь мы чем тебя разломаем, чтобы сюда пройти? Так, тряпочка. Тряпочка. Мне нужна теперь палочка, да? Да, мне нужна теперь палочка. Ладно, ладно, ладно. Давайте посмотрим. Блин, я реально думал заканчивать игру. Ну ладно, давайте сюда поднимемся, посмотрим, что здесь находится. И в принципе на этом все. Так, привет, ты кто? Стаффорд, да? 1688. А что, в меня кто-то стреляет или что? Алло! Ты чего, падла? Так, а мне не кажется, ли мы Стаффорда как раз и искали с вами, а, ребятушки? По-моему, Стаффорда, да? Может, я ошибаюсь. Так, что мне? Нужна аптечка, не нужна, чтобы его такого выбросить бы не нужно. А мне все нужно. Не знаю, придется ли прорываться потом через вражину, которая нас стреляет. Так что попробую сохранить. Так, что здесь находится? Вроде ничего. Угу. Интересненько, интересненько, потрошки. Ладно, ладно, давайте вниз. Да, отстань ты от меня. Так, делаем вот так. Делаем сейчас секундочку. Сохраняемся. Сохранили же, правильно? Да. Все, ребят, я думаю, на этом, в принципе, мы серию и закончим. Наверное, в следующей серии пойдем посмотрим, правильно ли мы с вами нашли то, что искали. Заберем с вами ключик разводной вот этот. И попробуем пойти открыть другое место, где нам нужно будет кусачки. Попробовать, как говорится. Ага, вот эту штуку еще надо будет взорвать, да? И попробовать, как говорится, найти все-таки динамит. Найти все-таки динамит. И выбраться отсюда. Блин. Биг бадабум устраивать. Ладно, давайте попробуем сохраниться, взорвать. А в следующей серии уже продолжим. Ну, то есть, как бы, если сейчас бабайка прибежит, то прибежит уже. В принципе, не столь так и страшно и важно. Как раз посмотрим, прибежит ли к нам бабайка. Так, записку пока читать не будем. Да, бежит, да, бабайка? Ага. Бонжур. Донде стала библиотека? Так. А ну давай заправимся. А ну куда пошел? Куда пошел, падла? Сюда подошел. Ага, испугался? Так тебе и надо. Так, ладно, все. Всем мур-мур. Всем пока-пока. И до потом. В следующей серии, как говорится, будет следующая серия. Все, увидимся, ребят.